Каспийске прошло открытие новых детских садов после капитального ремонта. Под программу в текущем году попали дошкольные образовательные учреждения номер 12 и номер 16. Отметим, что они были отобраны по результатам регионального конкурса по капремонту. Дошкольные образовательные учреждения встретили гостей, прибывших на торжественное открытие новых детских садов. Так, сотрудники детского сада номер 12 «Юлдуз» подготовили для гостей яркую концертную программу, которая не оставила равнодушным никого. У порога делегацию встретили свежим караваем и солью, а после представители госструктур провели обход по новым комнатам детского сада. Началось открытие с приветственной речи заместителя главы Каспийска Арсена Шерифова. Большая работа была проведена администрацией города, заведующей коллективом детского сада, чтобы сегодня мы находились в таких условиях, видели завершенный, обустроенный детский садик. Борис Иванович большое внимание уделяет развитию образования в городе, в том числе приведению в надлежащий вид состояния детских садов и школ. В рамках капремонта в дошкольных образовательных учреждениях была выполнена следующая работа: замена инженерных сетей, отштукатуривание стен, замена напольного покрытия и потолков, утепление фасадов, обновление ограждений и благоустройство территорий. Сотрудники детского сада номер 12 «Юлдуз» поблагодарили всех тех, кто принял участие в организации капремонта. У меня сегодня радостное событие. Это событие не только нашего сада, это событие всего нашего поселка. Поселок, он всегда немного отличается от города. Здесь мы все живем одной семьей. И сегодняшний праздник, он не только в детском саду, он в каждом доме нашего поселка. Каждый житель этого поселка рад этому событию, и все восхищаются тому, как расцвел наш сад. Вскоре делегация в лице заместителей главы Каспийска Арсена Шерифова и Гусейна Ункилова, председателя комитета по образованию и науке, депутата Народного собрания Республики Дагестан Елены Павлюченко, начальника управления образования города Каспийска Ларисы Абрамовой, члена общественной палаты Республики Дагестан Виктории Гаджиевой и начальника управления имущественных отношений города Каспийска Айвара Алейвердиева отправилась на церемонию открытия детского сада номер 16. Встретили гостей в дошкольном образовательном учреждении песнями и танцами ярких аниматоров. А после всех пригласили на торжественную часть церемонии, где представители госструктур поделились впечатлениями о новых отремонтированных детских садах. Я этот день прожила не зря. Вот сегодня. Вот два садика таких красивых я увидела в своем родном городе Каспийске. Наши детки будут ходить вот такие светлые, обновленные, классные такие помещения. Я хочу, чтобы вы выросли самыми счастливыми, самыми добрыми, самыми позитивными. Недавно был день дошкольного воспитателя. Я хотела бы весь коллектив детского сада вас поздравить с этим днем. Украсили мероприятие концертной программой воспитанники дошкольных образовательных учреждений и юные дарования детской школы эстрадной песни «Марьяна».